родился в Москве в русско-татарской семье. Отец – Шакуров Каюм Туфитович, профессиональный охотник. Мать – Щеглова Ольга Сергеевна, тетя советского художника-карикатуриста Евгения Щеглова. В 10 лет Сергей занялся акробатикой, став впоследствии мастером спорта. В 7 классе поступил в драмкружок. После окончания школы, в 1961 году, по рекомендации известного драматурга Виктора Розова, Сергей Шакуров поступил в школу-студию при Центральном детском театре. В 1964 году, окончив школу-студию, молодой актер начал работать в театре на Малой Бронной, а через год его приняли в труппу Центрального академического театра Советской армии. Ушел из театра вместе с Л.Е. Хифетцем в Малый театр после закрытия спектакля «Два товарища» по Владимиру Войновичу, но принят не был. С 1971 года Сергей Шакуров работал в драматическом театре им. К.С. Станиславского, сейчас актер ТЮЗа. В кино Сергей Шакуров дебютировал в 1966 году, снявшись сразу в главной роли в фильме Маноса Захариаса «Я солдат, мама». Он сыграл Пигакова, упрямого и не поддающегося дисциплине новобранца, с которым сталкивается опытный старшина Валентин Зубков. Среди последних работ актера – картина «Дикарка», поставленная по классическому материалу Островского, фильм Дмитрия Мисхеева «Дневник камикадзе» и биографический сериал Сергея Снежкина «Брежнев». Роль Леонида Ильича Брежнева стоит отметить особо. На нее пробовались 20 артистов. Вячеслав Шалевич, Богдан Ступка, Родион Нахапетов, даже Стоянов из «Городка». Поскольку картина была проектом Первого канала, утверждением занимался лично Константин Эрнст. В результате были утверждены Артур Ваха и Сергей Шакуров, которые сыграли Брежнева в разные периоды его жизни. Серьезного портретного грима не понадобилось. Сергей Шакуров рассказывает, только брови, ведь они основная черта Леонида Ильича. И наложили седые волосы, больше ничего с лицом не делали. Щеки и второй подбородок я нарастил сам. Потом разучивал его медленный взгляд, чтобы очень органично и точно войти в роль. Поскольку Леонид Ильич был выше Шакурова и плотнее телосложением, актеру пришлось использовать специальные туфли с каблуком в 5 см и носить специальный ватный каркас, который имитировал грудь и живот. Главным же оказался не грим и не прочие приспособления, а искусство актера, обладая удивительной способностью перевоплощения. Сергей Шакуров создал образ старого, измученного болезнью и интригами человека. Снимался в фильмах, становился членом жюри высшей лиги КВН. 9 мая 2005 года выступал на концерте на Красной площади с песней «От героев былых времен». 12 июня 2015 года выступил на праздничном концерте «От Руси до России» в Москве на Красной площади.